По данным Казгидромета, к концу недели вся территория Казахстана окажется под влиянием антициклона. 14 и 15 февраля ожидается понижение температуры местами до минус 40 градусов. Во второй половине февраля морозы отступят сразу в нескольких регионах страны. На западе и на юге температура нормализуется. Но на севере и в центральной части республики морозы сохранятся. Днем синоптики прогнозируют до минус 25. С очередным вторжением холода с районов Карского моря, это с 14 февраля, большая часть Казахстана ожидает дальнейшее понижение температуры. В северных, центральных, восточных областях Казахстана 30-35 местами до 40 мороза, днем 25-30 местами 20 мороза. А юг, юго-восток, дальнейшее тоже понижение температуры до конца недели, без осадков, ночью 25-30. Днем 15-20 мороза.